всю ночь снятся волшебные сказки. Другой зонтик совсем простой, гладкий. Его он раскрывает непослушными детьми. Так они спят всю ночь, как убитый, и ничего не видят во сне. По-моему, здесь собрались только хорошие дети. Ну давай проверим. Не думаю. Опять ты во всем видишь только плохое. Надо бы попросить Оли выйти сюда и рассказать одну из своих самых добрых-предобрых сказок. Нет злых-призлых. Добрых. Злых. Я тебя сейчас в тюльпан превращу. А я тебя в ящерицу. А я... Нет, понимаешь, это я. Пиу, 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 пиу. Что такое? Что за шум? А вот и Оля выходит. Ты о печали хочешь, чтобы вы рассказали одну из своих самых печальных сказок? А фея радости, только веселые сказки. Успокойтесь, я расскажу ребятам сказку, где и радость, ура, и печаль. Я же тебе говорила. Я не только расскажу, но и покажу ребятам эту сказку. Итак, сказка называется «Огниво». Огниво? Огниво. Огниво. Идет солдат по дороге. Раз-два, раз-два. Ранит за спиной сабленного пуху. Отвоевал свое. А теперь... Раз-два. Ну, молодчина, солдат.
Связывай меня веревкой. Ой, какой ты молодец. Подержи, пожалуйста, и дай сюда свой рюкзак. И давай-ка. И хорошо делал, ведь он вообще без нас.
чего я не могу? Увидеть дочь нашего короля. Она такая красавица. А как бы ее повидать? Ее совсем нельзя повидать. Живет она в большом замке. Вокруг столько стен и башен. Никто, кроме самого короля, не смеет бывать у нее. Потому что было гадание, будто дочь его будет сам за простого солдата, а королю это не по вкусу. Thank you.
повеселился и на мост не забывал. Да чего же хочется увидеть принцессу? Холод, крышечка ветки, дрова пока есть. Ого, в камин не рошок, а собаки появились. Сейчас бросятся на меня, у меня ведь нет передника ведьмы. А огниво-то, видать, волшебное. Так вот, зачем ему нужно было ведьме? А ведь сейчас я его хозяин. Что, если попросить их доставить мне сюда принцессу? Попросить? Да. Хочу видеть принцессу. Собачек вам подмогу.